Ты как-то общался с тех пор, как он завершил карьеру? Конечно, постоянно переписываемся, общаемся, мы хорошо дружим. Но именно вот этот момент я с ним не обсуждал. Я как понял, это такой по личного характера у него, такого, знаешь, как не затрагивал. Но интересно будет пообщаться с ним насчет этой темы. Но вряд ли он вернется. По твоим ощущениям? Ну, в отличие от меня, он маме-то не обещал, никому слова не давал. Я думаю, если его заинтересовать, все возможно. 50 на 50.